10 марта 2023 год. Пандолио. Все по-прежнему. Пенсионеры из Канады, из Америки плещутся. Сегодня суббота, но народа нет. Море очень спокойное. Пойду возьму удочку и попробую порыбачить. Вода очень прозрачная. Надеюсь, что придет рыбка. Придут хурели. Вчера видел, что было много сардин. Это значит, что и крупная рыбка должна подойти. Почти середина марта. Скоро туристы будут разъезжаться. Высокий сезон заканчивается. И останемся мы здесь совсем одни. На выходные будут приезжать местные из столицы. А так все эти пляжи, все это море будет только нашим. Неплохой сегодня денек. Вот здесь прямо у берега, где камушки, сюда любят подходить хурель, кагенуа, скумбриевые. Я просто не знаю даже, как они по-русски называются. Вот здесь за камушками тоже хорошее место. Там дальше песочек, там камбулу можно брать. Вот здесь продолжают делать этот заборчик заградительный. Пользуются тем, что вода достаточно далеко, поэтому стараются успеть сделать защитное сооружение. Непонятно, зачем надо было 10 лет назад убирать все, то, что здесь было.
чудные мостики были. Хороший волнорез стоял, не выдавал воде размывать берег. Пусть сделают по новой. Вот уже достаточно длинный кусочек укрепили. Но зато те пальмы, будем считать, будут спасены. Педро, это? Вот помог товарищу веревку сматывать, зацепил ее за камень. Прошелся по воде, теперь тапки надо будет помыть от песка. А тут товарищи из Гаити на этом нашем безлюдном пляже